Вы меня часто спрашиваете, а как же я познакомился с Водяным? Легко и охотно расскажу. Это была зима, я шел на охоту, пересекал озеро и провалился под лед. Вода холодная, утонул, лежу. Все, полынья затянулась, скучаю, умертвие прошло. Рыб так немного плавает. И тут смотрю, кто-то зовет меня. Я обернулся, русалка. Говорит, привет. Я ей говорю, привет. Че лежишь? Я говорю, ну что, скучно. Пойдем, Водяной зовет. Приходим, знакомимся. Я ему говорю, здравствуйте, я вот врач-психиатр, утонул он. Хозяин озера мутило. Такой хороший, но, как оказалось, скользкий типок. В общем, сидели о том, о сём. Думаю, ну надо как-то решать проблему. Весной это пациенты. Май, алкоголизм. Праздники. А я неплохо в шашки играю. Ну, в общем, то есть все, пятое, десятое. Я говорю, давай сыграем, скучно. А правда, у озера такое скучно. Русалка и одного мертвия, щук и то немного. Раки начали играть. Я говорю, давай на интерес. Ну, как? Ну, смотри, если я выиграю, ты мне жизнь. А он, а если я? Я говорю, а я позову друзей. Девчонок потихоньку, знаю где, приходит на пляж, утащу, и будет у нас движ. Он говорит, окей. Ну, я, естественно, выиграю. Все, весна, растаивает все, да. Я выхожу на бережок, говорю, слушай, дорогой, а давай еще. В общем, еще раз начинаем играть. Ему же это кратко-то хочется. Он ставит озеро. Я жизнь. Я выиграю. Говорю, ну как озеро-то забирать? Он, вот платочек, один кончик в озеро запускаешь, в платочек оно уходит, потом завязываешь узелок, и озеро у тебя будет платочек. Я это сделал, но вот почему я говорю, скользкий тип обманул. Вода только туда ушла. А русалка, умертвие, рыба, все у него осталось. Правда, помните, когда горела библиотека в Москве? Я шел рядом, это увидел, развязал платочек и потушил, дорогие мои. Вот так. Ну, сейчас общаемся, вот сейчас поеду ему тушенки. Мясо любит, рыбу не очень. Сигарет антиводных дам. Подсадил его. На следующий год буду лечить от зависимости. Щука у него там хорошая.